еще поэты тоже, они немножечко чувствуют по-другому, потому что слишком легко обидеть поэта. И вот такие строчки иногда рождаются стихотворением. Пока оно условно называется «Путь поэта», может быть, по-другому как назовем. Я не умею жить среди людей. Я с этим миром говорю стихами. Печальный клоун, правый лицедей, я отражение, созданное вами. Полюбите, я тут же расцвету и заиграю радугой над полем. Обидите, впадаю в немоту, захлебываясь от тоски и боли. Я отражение ваше, в этом суть. Увидит каждый то, что видеть должен. Не мной когда-то выбран этот путь, но я иду. Хоть путь тернист и сложен, гордец гордячку, умный мудреца, распутные увидят проститутку. Мой путь непрост, и нет ему конца. Вот только бы не тронуться рассудком, при этом сохранить саму себя, не замутнить духовного кристалла, дышать не научилась, не любя. О, если б понял кто, как я устала, и лишь в стихах душа моя живет, а в жизни все совсем наоборот.